Привет, игроманы! И сегодня у нас с вами опять-таки будет РП. Короче, я решил погостевать у бати и остался у него на ночь. И вот его дом, его старая советская хрущевка, вот подъезд, из которого я вышел. И ко мне позвонил мой друг и сказал, что он уже будет приезжать в Серпов. И так как ему нужно где-то жить, он будет жить в мотеле, который находится возле Юнгалар. Все-таки далековато, поэтому он попросил меня, чтобы я его завез. И так как я у бати, и неподалеку здесь его машина, я вчера к нему приехал на маршрутке домой, то я думаю взять батину машину. Батя не против, правда, она у него, давайте пойдем уже к этой машине, она стоит возле гаража. Она немножко у него помятая, он ее внял возле гаража. Так, направо-налево смотрим. И переходим. Эта машина стоит не в гараже, потому что у него в гараже ремонт у моего папы. Вот сейчас вам покажу вмятинку. Да уж. Давайте, короче, сейчас сяду и разогрею. Так, на карте это... Да, возле Юнгалар. Все-таки далековато ехать, но я справлюсь. На улице еще так холодновато, я немножко простыл, короче. Еще вчера или позавчера. Так, по времени сейчас 9:44. В 10:00 на вокзал должна приехать электричка моего друга. Ладно, приеду пораньше, чтобы узнать, на какой перрон именно приедет эта электричка. Сейчас буду ехать, разогрею двигатель побыстрее, именно поставлю на ручничок и дам на газ. Ладненько, думаю, можно ехать, включаю первую передачу. Ух, как туго включается! Поехали! Ой-ой-ой, как же туго включается вторая передача, как туго включается. Но я утром плохо позавтракал, у меня аппетита не было. Поэтому у меня и нет сил переключать передачи. Да, уж тут тоже правый поворотник почему-то с трудом включается. Да уж, еле-еле. Так, вот и возле автовокзала ЖД вокзал. Надеюсь, там будут места возле парковки. Так, все, приехал, выключаюсь. Ставлю на ручник, мало ли. Выхожу из машины. Ну, что есть, то есть. Хотя бы какая-то машина. Так, я сейчас пойду в зал, узнаю расписание поезда, когда он должен приехать. И послушаю объявление диктора, на какой именно перрон приедет электричка моего друга. Скоро буду.
Ух, как же здесь тяжело открываются и закрываются двери. Так, все, я, короче, узнал расписание. Электричка уже прибыла на первый перрон. Так, шестерочка, стой тут. Я пойду встречу своего друга. У него там чемодан и довольно большая сумка. Так, сказали, второй вагон. Короче, сейчас буду ждать, пока выйдет мой друг. Вот с этого вот, да, это второй вагон с головы поезда. Короче, здесь, да, он отсюда выйдет сейчас. Я возьму у него тяжелую сумку, помещу в багажник, и мы с вами увидимся уже, когда будем с другом в машине. Все, мы с другом сели, довольно тяжеленькие у него сумочки. Немножко у меня просел зад. Ну, ладненько, не суть. Так, с моего друга немножко смутило вот это вот как его? Ну, помятое личико батиной шестерочки. Ну, хотя бы лучше, чем ехать с набитыми, с набитыми сумками в набитой маршрутке или автобусе. Поэтому, ладненько, выручаем. Имеем то, что имеем, повторяю. Поехали. Так, багажник закрыт. Надеюсь, он не откроется. Это же Жигули. Я не удивлюсь, если он откроется. Но все-таки не хотелось бы. Так, с нам предстоит долгий, длинный путь. Ну и пофиг, что шестерочка разбитая. Главное, что она на ходу. А советский автопром не победить. Сколько раз его бей, будет на ходу. Правда, потом будет часто ломаться, но это уже другая история. Угу. В мотеле мой дружбан проживет. Сколько ты там говоришь, Димас? Только 2 дня. Потом поедет назад в свой город Калининград. О, Диман мне говорит, что вот этот вот мост проезжал железнодорожный. Но это не удивлено. Приехал мой друг посмотреть на серпов, здесь отдохнуть, но явно никак не подзаработать. Так, Санука, как там сумочки? Да, багажник закрыт вроде бы. А все отлично, значит не все потеряно. Так, в поворот боком входим. Но, мой друг, тебя не тошнит, нет? А, конечно, нет. Ты же сам опытный дрифтер. Он, короче, мой друг Дима сделал БК со своей семерки, которого я у него в Калининграде стоит, в гараже. Его все такие поцики на райончике уважают. Прикольная БКшечка. Совсем не какашечка. Ух! Ну что, дружбан, любишь дрифт, да? Главное, чтобы твои сумки там не попереворачивались. Так, ну, шестерка на ходу, поэтому поехали. Извиняюсь за такой занос. А, говоришь, ничего? Ладно, ничего, так ничего. Может, еще так повторим? Шучу. Блин, что с рулем? Ты, наверное, устал после дороги. Сейчас приедешь в мотель, отдохнешь. Ты же не забыл свое бабло, нет? Чтобы меня опять не занимать. А почему четвертая передача не включилась? Оху, включилась. Странно.
Надеюсь, это не наследствие того, что я вот заехал в кювет. В смысле? А почему пятая передача не включается? А ну, поднажми, Рома. Кто-нибудь, дайте мне Сникерс, чтобы я сникерснул и смог включить пятую передачку в этого несчастного потрёпанного Жигуля. А мы летим с моим Димасом на, шестерке убитой, как гонщики нелегальные. Ой, и впереди мост, лучше приторможу от греха подальше. Что говоришь, Димас? А, хочешь немножко поспать? Подремать? Ладненько, я буду тихонько. Давай спи, я тебя разбужу, когда мы приедем. Я постараюсь особо не дрифтить. Не знаю, почему мне передачи так и с трудом, четвертая передача так с таким трудом включается. Ладно, поеду пока что на третий. Все равно не хочу, чтобы машинку качнуло так хорошенько или занесло, чтобы Димас проснулся. Все-таки он любит дрифт, но поездка день и ночь в электричке его вымотала. Как он, считайте, приехал в 10 часов утра, а выехал он в 12-10 часов вечера. Даже ночи, можно сказать, глубокой ночи. А вчера еще было холодно, кстати, минус 5 градусов. Представляете? 5 градусов мороза было. Жесть, как у него там холодно в Калининграде. Опять поворотник заело, что ж такое? О, включился, посмотрите на него. А выключится? Понятно, только включая левый поворотник. Хм, странно очень. Меня это так бесит. Ладно, тихонько, Рома, Димас спит. Димас спит, а у Ромы бомбит. Буду ехать пока на второй передачке, чтобы, ну, все было спокойно, тихо. На третьей уже немножко так качает. Вот мы уже скоро будем на месте. Так, машин в правом ряду нету, поэтому я с левым ряду нету, поэтому я переключаюсь на левый ряд. О, вот уже этот мотель. Это трехзвездочный мотель. Хотя бы какой-то.
что есть деньги, на то и хватило. Что было, то и хватило. А где здесь поворот? А, вот где поворот. Я уже испугался, думаю, где здесь поворот? К чертовой матери. А, ладно, не буду. Заеду тогда уже сюда. Там был еще вход сзади меня, но слишком резкий. Главное здесь не шандарахнуть шестерочку бати, а то так денег только хватает на ремонт гаража, а не на ремонт шестерки. Так, давайте будем Димоса на счет 3. 1, 2, 3. Димас, вставай, Новый год, блэд. Вставай. Всё, давай, просыпайся. Так, машинку не буду ставить на ручник. А, нет, нужно всегда ставить. Батя мой возле гаража, когда поставил машинку, забыл поставить, или не знаю. Он тоже как бы ставит почти все время. Так, я сейчас заберу сумочки с Димасом, отнесем его номер. Я еще посмотрю, как его номер. Долго задерживаться не буду, но может еще чайку выпью. Топ, а у Димаса же там сок есть. Соку выпьем немножко. Выпьем соку. Выпьем мы с ним яблочный сок за его здоровье. Точнее, за то, что он приехал в Серпов. Только это вряд ли будет яблочный сок, это скорее будет просто нектар. Ладненько. И скоро к вам вернусь я. Опа, все, двери закрыл. Сок выпил. Ой, блин, дождь пошел. Мне без зонтика, быстрее к машинке поскакали, побегали, попрыгали, быстрее к моей шестерке. Она как-то измокла, ух, старушка. Закрываем дверки, включаем печку, благо она здесь работает. Итак, поехали в Серпов, что ли? Заводим. Заводись, блин. Завелась, слава Господи Богу. Так, включаем заднюю передачку. Капец. Я так испугался, думаю, она не заводится. Фары работают. Да, работают только левые фары. Я не удивлен, почему. Потому что у меня, как бы, сами знаете, вмятинка такая хорошая, фару повредила. Ладненько, мы вырушаем. О, смотрите, нам там Димас смашет с окна. Ладненько, поехали. Так, я больше третьей передачи ехать не буду, не хочу слететь в кювет. С меня хватит приключений, дрифтинга особенно. Да не хочу, чтобы батя переживал за меня и мою шестерочку, и за его шестерочку. Слушайте, печка чуть не очень хорошо топит, но еле-еле-еле. Все равно не так холодно. Здесь такой в шестерке дубарь, слушайте. Как холодно. Сейчас согреюсь. У меня только толстовка. Но шарфик у меня, слава богу, есть. Хотя бы что-то у меня есть. Надо же, как я замерз.
повороте еще какая-то шестерка беленькая поворачивает. Или что это беленькая поворачивает? Тоже какой-то жигуль, видимо. Опа, она тоже шестерка, кажись. По фонарям задним вроде бы, да, шестерка. Народ, я тут помаленьку прогреваюсь. Тепловато. Ох, как хорошо. Бензин, правда, кончается, но у меня нету денег. Я вообще с собой деньги не брал, как бы. У меня нету вообще денег на бензин. Здесь доеду так. Потом мой батя зайдет на бензозаправку. Или я потом зайду на бензозаправку, возьму у него деньжат. Ну, печка работает, дворники работают, машинка едет. Это уже хорошо, нужно искать плюсы. Ой, сейчас приду домой, попью горяченького чайку после теплого сока. Да, сок был не холодным, теплым, конечно, не очень вкусно пить его, но моему другу, невкусно было мне тоже, но мне как раз на пользу теплый сок. Вообще, лучше бы мне вообще горячий сок, правда, он был бы невкусный, но полезный для меня. Хорошо, что хотя бы гром не бьет. Слава богу, что моя шестерочка довольно-таки экономичная. Ну, не моя шестерочка, батина шестерочка. И много бензина не жрет. Молодец, скромненькая. Много денег не требует. Хоть и автозапчасти на нее тоже копейки стоят, но все-таки моему папе как бы дорога каждая копейка, чтобы он смог починить свой гараж. А бензин это совсем немного, и мне немножко страшно, слушайте. Ой, дабы не уснуть. Господи, помоги. А то спать хочу.
Жалко, что в этой шестерке, конечно, нельзя. Конечно, жалко, что в этой шестерке нету двух кронрума, двух режимов работания дворников. Ну, типа, первый режим, что дворники медленно, а вот это вот все, ну, капли дождя убирают. А второй режим вот такой вот быстрый, как сейчас. Вы видите его. Интересно, когда мой батя аккумулятор в этой машинке подзаряжал? Аккуратно проезжаем рельсы, чтобы колеса не пробить. И всякие довольно здесь старенькие, немножко просыпаются, а покрышки-то ржавенькие. Конечно, дырочки есть. А еще дождь идет, ох, нехорошо для моей шестерки. А вот и дом, милый дом. Как хорошо будет сейчас в нем. Горяченького чайку попью и спать, пожалуй, пойду. Ладно, поворотник включился. Сюда где-то заезжаю. А, это немножко не мой подъезд. Ну ладно. Извините, немножко ошибся районом. Это, короче, вот мой подъезд. Я не приехал к гаражу, потому что мне был по дороге еще позвонил. Ну, как по дороге, когда я был у себя, ну, как у себя, в мотеле с другом, мы пили чай, мне позвонил батя, сказал, чтобы я машину к гаражу не пригонял, потому что он сейчас там делает ремонт, там сейчас бригада делает у него ремонт, чтобы шестерка там не стояла. Лучше возле дома постоит. Вот тут я припарковал. Поэтому давайте с вами будем прощаться. Ладненько, ребятки. Вот такой вот был РП. Спасибо, что досмотрел этот видос. Тебе огромный респектос. И себе подписка, лайкос. А я тебе говорю, до свидос.